Электроника и связь, приборостроение. Член жюри. Терешко Андрей Георгиевич. Комик Михаил Сергеевич. Житко Александр Николаевич. Горбунов Геннадий Михайлович. Латан Виктор Викторович. Литвинко Николай Никифорович. Номинация. Экономия энергетических и материальных ресурсов. Член жюри. Рапацкий Сергей Владимирович. Буцко Геннадий Константинович. Белянский Леонид Владимирович. Абанович Вадим Вячеславович. Качановский Григорий Николаевич. Номинация «Лучшее наглядное пособие». Члены жюри. Маривач Татьяна Петровна. Костевич Анжела Валерьевна. Никулин Василий Александрович. Лаврисюк Александр Иванович. Для ознакомления с программой проведения 15-го областного совета изобретателей и рационализаторов на сцену приглашается заместитель директора по учебной и производственной работе Наумчик Андрей Федорович. Добрый день. Хотел бы озвучить непосредственно, в каких учебных кабинетах будут проходить конкурсы. Машиностроение, транспорт, строительство, электроника и связь, приборостроение будут проходить на первом этаже кабинет номер 101. Славу наших великих побед и берем свою силу народ. У цветущих садов и мед в наших венах вода, в наших венах, в нашем сердце записки собой. Беловежская пуща навек, и наш Слуцкой святыни узор. По удаленности. Я думаю, никто не будет против, если первым по списку пойдет Билан-М. Березовский лицей строителей.
учебном заведении сколько таких имеется? Один пока только. А на изготовление его сколько нужно времени? Самой студии? Да. Ой, не знаю. Может быть, аналоги какие-нибудь можно взять еще? Не знаю. Идея просто очень интересная. Идет, нет, скажем, друг на друге, они пришли у вас все на занятия, они подкрашены, все, или вы им даете задание макияж не накладывать, натурально это. Или пока просто учимся, чтобы не было аллергии, ничего, на вот этих масках, да? Да, вот именно как они, как болванки для парикмахера, для дополнительных масок. Ну, просто мы сейчас думаем как дополнение, что если для профессии парикмахер, при обучении профессии парикмахер используются в производственном обучении болванки, все это мы понимаем, то для подготовки таких специальностей, как художник-модельер, мы предлагаем вот такие, их такие маски. Может быть, тогда еще дополнительный какой-то комплект у каждого учащего собирается. Мы здесь показываем, как накладывать макияж, ну и все вот эти вот, то есть использование многократно для разделов производственного обучения. Вот поэтому стул здесь ничего. То есть она стоя нам показывает все. Я просто разговариваю сама с собой и нацелю это все. Все, теперь вы задаете вопросы. Да. Татьяне Петровне задавать надо вопросы. Нет, вы теперь думайте как и что, потому что у нас не сильно много учебно-наглядных пособий, и мне надо же кого-то выбрать, потому что, понимаете, показывают в основном, Брест показал электронные там средства обучения, это МОМК. Но вы это все делали сами, вы не приобретены вот это все. Удобнее было бы, чтобы эта платформа была немножко под углом, потому что когда нажимаешь,
она немножко амортизатор в сторону смотрит, а так, по-моему, может быть, какие-то... Ну что, вот надо подумать, какой-то решак посмотреть. Просто подготовишь, чтобы подготовить, вот ничего. Есть...